скучно, надоело. Папа. Чё, Тиш? Папа, играй со мной. Ты же видишь, я занят. Сейчас мотоцикл починю, потом поиграем. Даня в академии, мама кушать готовит, а ты мотоцикл чинишь. Пап, ну чем мне занят? Иди возьми, выбери что-то, поиграй. Хорошо, пап. Надо делать. А теперь еще. Папа, ты не представляешь! Что там такое, Тиш? Я из этих больших кубиков разноцветных построил стену и сбил ее своим мотоциклом. Ну вот, Тиш, я же говорил тебе, что ты найдешь себе занятие. А ты уже починил свой мотоцикл? Ну да, уже заканчиваю. Пап, у меня есть идея. Какая? Ну, я сейчас схожу за этими кубиками, построю большую такую же стену, как там я построил, и мы собьем твоим настоящим, а не игрушечным мотоциклом. Ну давай, строй, попробуй. Хорошо. Папа, уже все готово. Давай, залезай, сейчас собьем твою стену. Хорошо. Ты готов? Да. Пап, давай, мне уже не терпится ее сбить. Как тебе, Тиш? Классно. Круто? Да. Ну, ты прикольно придумал. Пап, а давай еще? Ну давай, Тиш, строй еще стену и будем еще ее сбивать. Хорошо. Нравятся такие классные видосы? Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!